Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Сын знаменитого советского прозаика Анатолия Рыбакова, автора «Кортика», «Бронзовой птицы», «Детей Арбата», Алексей Макушинский, написал новую книгу, такой своеобразный ответ коронавирусу «Один человек». Макушинский – лауреат русской премии, дважды финалист большой книги, автор «Парохода в Аргентину» и «Предместье мысли. Философическая прогулка». Новая книга переносит читателя в совсем недавнее прошлое. Главный герой романа вместе с женой Жижи, как раз накануне перевернувшего всю нашу жизнь и жизнь Европы локдауна март 2020-го, на машине едет из Мюнхена в Бельгию на выставку Ван Эйка. Кстати, в книге много описаний и осмыслений полотен Рогира Ван дер Вейдена, Яна Ван Эйка, Яна Вермеера, Рембрандта. Путешествие навевает воспоминания о молодости, о дружбе с прекрасным искусствоведом Яковом Семеновичем Ясом, с которым судьба свела его в 80-е годы 20 века в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Их дружба значила и значит в жизни главного героя много. Яс влиял на него тогдашнего, молодого и открытого миру. Однако сложный и дисгармоничный роман с неравновешенной девушкой Марой многое меняет в жизни главного героя. Яс умер давно, но он вспоминает его часто. Вторая часть книги разрушает представление главного героя о том, как все было. Все было совсем не так. Все это теперь уже не важно, ведь все в прошлом. Жизнь сложилась, герой состоялся, а человечество стоит на пороге зловещей пандемии. Стиль Алексея Макушинского ярок и индивидуален. Здесь и философские рассуждения, и эротические сцены, и очерки нравов советской богемы 80-х годов, и размышления о временном и вечном, и рассуждения о живописи, описание Европы перед лицом надвигающегося коронавируса, а попутно глубокие или ироничные замечания, реплики. Яков Семенович Яс научил главного героя сопротивляться времени, не сломаться под бременем иных, чужих мнений, сохранять свое человеческое достоинство. Именно он подскажет, что искусство портрета – самое высокое искусство на свете, потому что интерес только человек. Все прочее – побочное обстоятельство. И еще, что, собственно, объясняет название книги. Тот, кто не думает, живет в отрадном окружении незримых спутников, в толпе чужих мнений, заемных слов, в тепле и уюте всеобщего неразумия. Тот, кто думает, всегда один. Один человек. И ему плохо, этому человеку. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».